В эфире телеканал «Звезда», военная приемка, и этот выпуск мы начинаем с эпизода, который наверняка оценят все те, кто следит за развитием нашей отечественной военной техники. Впервые широкой публике демонстрируется выход на воду самой современной российской боевой машины пехоты «Курганец». Впрочем, этот фильм не только о «Курганце», обо всех российских боевых машинах пехоты. Это БМП-1. Сегодня вы увидите ее в новой версии под названием «Бусурманин». БМП-2 – самая массовая в мире гусеничная боевая машина. БМП-3 – первая наша собранная из бронеалюминия. А еще БМП-2М «Бережок», БТ-3Ф, «Манул», плюс десятки других малоизвестных машин, вроде БМП-Жигули, которые были построены, но не нашли применения. Цель этого фильма – проследить эволюцию семейства БМП от единички до курганца. Чтобы понять,